Настрой, в принципе, побеждать в каждом матче, независимо от соперника. И мы знали, что «Зенит» борется за второе место. Нам просто хотелось победить. Вторую игру мы получаем со стандартного положения. Не хватает, наверное, у нас какого-то хладнокровия и холодной головы в плане отбора мяча возле своей штрафной площади. Опять непонятный фол, когда можно было его избежать. Ну, я много тренирую штрафные удары, в принципе. И позиция была удобная за меня. Я решилась. Ну, невероятная прям радость. Ну, очень. Сравняли счет в таком важном, ну, тяжелом матче. Другое дело бронзовую одеваешь, все равно есть разница. Вот. Но я согласна, что хочется, конечно же, золотую одевать всегда.